Сургуте из автобуса высадили парня без QR-кода с ДЦП. Водитель проехал его остановку, а в ответ на недовольство кондуктор пригрозила полицией. Слава возвращался с тренировки домой, когда автобус внезапно проехал мимо его остановки. Быстро среагировать парень не смог из-за проблем с дикцией. На попытке поинтересоваться у кондуктора, по какой причине это произошло, молодой человек получил лаконичный ответ: «Ты не стоял около двери». После этого женщина попыталась выбить телефон из рук парня, попросила его выйти и заодно пригрозила вызвать полицию. Но в правилах поведения в автобусе сказано, что пассажиру можно подходить к дверям только после полной остановки. Тем не менее, спор разрешить не удалось. Славе, у которого диагностировано ДЦП и есть проблемы с походкой, все-таки пришлось покинуть салон и идти по морозу с тяжелым рюкзаком за спиной.